осознаем осанку. Все, что я сейчас хочу, это покачивать и натяжение голеностопа. Справа-влево раскрываю грудной отдел, подтягивая лопатки, да. И тебе сейчас вот так вот немножко лопатки вперед. Да, поверни и раскрой грудной отдел. Вот, вот, сейчас красавица. Еще, натягивай носочек, 8, да. Не спеши, музыкально, 7, да, 6, не спеши, 5. Теперь начинаешь добавлять растяжение большой грудной мышцы. Все размерно с музыкой, с ритмом внутренним. 8, 7, молодец. 6, прекрасно. 5, не спеши, колено прямое. 4, еще 3, еще 2, последний раз. 1, теперь осталось. Натянула носочек, вращение руки. 8, 7, красиво, да, растягивай пучок дельты. 7, носочек натянула. 6, да. 5, мышцы лица расслабила. 4, еще 3, еще 2, последний раз. 1, поменяй сторону. Вращение. 10, 9, да. 8, удлиняй всю переднюю поверхность, растягивай. 7, 6, хорошо. 5, мне очень нравится. 4, да. 3, высвобождаем напряжение грудного отдела. Последний раз. 1, перенесла без тела. И теперь движение сзади, нога поднимается наверх. 8, 7, грудь раскрыта. 6, баланс держи. 5, не касаемся носочком. 4, на весу держим. 3, еще 2, последний раз. 1, поменяй. Руки вытянула, как лебедь. И сзади работает большая ягодичная мышца, поднимая бедро. 1, да, молодец. 2, 3, 4, 5, молодец. 6, 7, 8, 9, не спеши, 10. Поставь ноги широко, максимально разверни пятки вовнутрь, поза ступы, поза Будды. До свидания, зажимаем мышцы промежности, 10 раз, 10, 9, молодец, 8, очень красиво, очень сексуально, 6, 5, 4, 3, еще 2, 1. Теперь разворачиваемся в сторону ведущей стопы. И начинаем пульсировать упражнение из курса йога-йони на интимная гимнастика на тазовое дно. 10, 10, 9, 8, 7. Да, можно руки на поясе держать. 5, 4, 3, 2, 1. Поменять. Сесть пониже и продолжаем. То же самое. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Прекрасно. 7, 8, 9, 10. По центру. Движение. Руки через стороны взмах и через стороны вот такие гирлянды чувственные. Это упражнение из курса тантра-йога. Массаж любимый. Вот как мы делаем. Выжимаем мышцы промежности, выжимаем ягодицы. 8. Как можно ниже садишься, да. 7. Очень красиво, очень женственно. 6. Цвет красивый, бирюзовый. Очень красиво. 4, да, чувственная, божественная мимика. Молодец, еще 2, хорошо, еще, да, руки в сторону, вторая позиция, мягкое движение, прокачивая мышцы тазового дна, отслеживая осанку, точка взмах, вращение, движение рон, рон, рон и взмах, противоположное, рука, бедра в тонусе, мышцы тазового дна подтянуты. Взмах и повторяем. 1, 2, 3, 4. Взмах и 1, 2, 3, 4. Взмах. 2 руки сделания. 1. Настоящая артистка. Тереза. Настоящая артистка. Еще раз. Вниз, 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 вниз. Прокачиваем бедрышки наши божественные. Взмах. И вниз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Взмах. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь выведи руки в стороны. Движение торса вперед. Исходное положение. Зажали мышцы промежности. Грудь раскрыли. 8 раз. 8. Наклон и ротация в тазовых костях. Как раз профилактика от ротации нашей, да, которая у нас асимметричное тело делает. Формируя мышечные тяжи. 4. А здесь подтягиваем мышцы промежности. 3. Молочина. Еще 2 наклон. Молочина. Последний раз.
Один. Руки в стороны, движение, как будто бы летим. Раз, два, крылья. Три, крылья, плечи, локти, запястья. Два, один. Мне очень нравится положение уттанасаны. Дай возможность межпозвоночным диском вытянуться. Упражнение очень хорошо для фейшал тритмен. Захвати себя крис-кросс, локтевые суставы и ушла в наклон. И немножечко добавь такую качели, вытяжение, пружина. Вниз, 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 вниз. Со мной. 10, 9. Еще себя вытягивай. 7. Молодец. 6. Молодец. 5. Продолжай. 4. Продолжай. 3. Еще, Тереза. 2. Еще вытягивай себя. 1. Молодчина. Поднимаемся. Немножко бэксайд потянем. Так? Пусть будут у нас стопы на уровне плечевого пояса. Мне хочется, чтобы ты немножечко, подсогнув колени себя, дотянула и зафиксировала это положение. И сделала здесь йога-йони. Что такое йога-йони? Это курс, направленный на укрепление паза дна. Когда мы в любом упражнении начинаем работать и большой ягодичной мышцы, и средней, и сфинктер левотарани, который у нас от лобкового симфиза до ануса. То есть вот все, что определяет женское здоровье, стимулирует яичники к работе, работу матки, мочевого пузыря, меридиан почек. То есть именно осознанные внутренние мышцы, которые являются ничем иным, как апертурой, как гамаком, который держит все внутренние органы, да, чтобы они у нас не проседали. Поехали. Коленные суставы, положение плечи. Поставь руки на бедра и начни вот такое движение. Сделай сам очень красиво. Аж прямо как ты так чувственно сделал, что у меня дымом все волосочки стали. Молодец, моя Тереза. Вот у меня такая девчонка талантливая. Раз, два, три, четыре. 5, молодец, 6, 7, да, 8, прям генерируешь энергию кундалини. 4, 3, у меня прям мурашки, поэтому быстрее дыбом все стало. Ты так красиво делаешь. Ребята, я никогда не видела, чтобы учить. Ты посмотри, как все. Ого, я никогда не видела, чтобы так красиво делали. Все, Тереза у меня звезда. Ну и видно. Друзья, я обещаю, что следующий урок вам проведет Тереза. Именно на танце живота. Давай, 4, 3, 2, 1. А теперь все то же самое, только с вытяжением. Мы приседаем по положению приседа, не 10, 9, да, 8 с вытяжением, 7, 6, 5, 4, да, потянуть бок, 3, 2, 1, есть, то же самое, красиво, и зажимаем промежность, 1, 2, 3, 4, высвобождаем напряжение в пояснице, 5, 4, 3, 2, 1. Теперь с круглой спиной roll down. И себя как пружинку тянешь вниз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Теперь то же самое, только стопы вместе. Собираем, скотчем колени заклеиваем. Движение вытянуть вот локоть туда, в потолок наверх. И начинаем пульсировать. Да, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, молодец, 8, 9, 10, исходное положение. Надо прям прочувствовать, как все межреберное пространство, весь лоу-бэк растягивается. Угу. Давай немножечко пробудим поясницу, касаешься себя. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Снова захвати себя за локти и вниз пружинкой тянем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Руки в замок, нижние ребра, бедра. Зафиксировать. И теперь крикстец подтягиваешь наверх. Наверх, 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 наверх. Раз, считаю. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Медленно. Вдох наверх. Переплетай фаланги пальцев, колени на скотч, вращение, 1, упражнение для диафрагмы, 2, 3, максимальная амплитуда, 4, максимальная, 5, молодчина, 6, еще, 7, прекрасно, 8, 9, еще, 10, в другую сторону, 1, молодец, 2, молодец, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Руки в стороны.
параллельно полу. И теперь движение запястья, локоть, плечо. Запястье, да, полетели, красивая, ну, назовем эту птицу лебедь. Плечо, локоть, запястье. Именно вот чтобы у нас не висел бицепс, а чтобы руки были чувственные, пластичные, сексуальные, женственные. Раз, два, молодец. Три, молодец. Четыре, еще пять, до десяти делаем. Шесть, давай еще. Семь, больше в плечевом поясе. Попробуй такое движение плеча. Вперед, назад, вперед, назад. А запястья оставь неподвижные, как будто бы они лежат на какой-то поверхности. Раз, да, молодец. Это тебе как раз для осанки. Четыре, три, молодец. Два, один. Весьма недушевно. Выставляй ноги широко. Носочками вовнутрь. По боковой поверхности, как по лампасу, стекаем, стекаем, стекаем вниз. Зафиксировали положение и ронд. Раз, ронд, два, да. Ронд, три, ронд, четыре. Еще. Хорошо, два раза сделал. Два, последний раз. И ставим собаку. Оп, Ардха Мукха Шванасана. Положение треугольника. И поменяй положение. То же самое лампас и вращение. Подождать, да? Хорошо, давай подожди. 10 раз. Да, одна нога вперед. И те же самые вращения. Раз. Вращение. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Еще два раза. Девять. 10. Собираем стопы вместе. Движение таза. Вперед, вперед, восьмерка. Плечи неподвижны. Вперед, вперед, вперед. Стану к тебе спиной. Раз и вперед. Раз, два. Раз. Молодец. 10. 9. Да, движение. Вперед. 8. 7. Молодец. Очень красиво. Как носочки. Тереза тянет. Тогда давайте усложним, раз Тереза у нас продвинутый пользователь в области женских практик и восточных танцев. Мы добавляем движение руки. Вторая позиция, да? В центр и отводим в сторону, да. Вот так, моя хорошая, вот так. Осанку мне свой покажи. Вот так. Да, движение. Да, по центру, по области анахата чакры и отводим руку в сторону. При этом таз активно работает. Восьмерочку вперед, да. Координируем движение рук, мышц промежности, бедер, коленных суставов и щиколотки. Шея удлиненная. По центру раз. Отводим в сторону два. По центру раз. Область вот она, анахата. И отводим в сторону. Давай я немножечко стану к себе спиной, чтобы попроще было. Давай только восьмерка. Раз, и, раз, и, раз, и, молодец, правая рука пошла наверх, центр анахата, и в сторону, левая пошла, к центру анахата, и влево, правая, по центру, и в сторону, левая, по центру, и в сторону, обе, давай сделаем обе, раз, два, в сторону, три, четыре, вниз, раз, два, в сторону. Три. Четыре. Только бедра оставь. Восемь. Под ритм. Семь. Шесть. Вот так. Пять. Еще немножко. Четыре. Молодец. Три. Зажимаем мышцы промежности. Два. Один. И снова потянуться. Положение Уттанасана. Отдохни. Пятки на ширине тазобедренной. Ты макушкой тянемся вниз. Дотягиваем свое божественное тело. Вниз. 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 Вниз, еще чуть-чуть, 4, молодец, вытягивайся, 3, 2, 1, прекрасно. Следующее упражнение, самомассаж таза в одна, поднимаемся, сделаем вращение назад, 10, усталость плечевого пояса нивелируем, 9, 8, молодец, 7, 6, 5, молодец, 4, 3, прекрасно, 2, 1, и движение, раз. Да-да-да, высвобождаем напряжение, усталость с области плечевого пояса. Три, покажу немножечко на камеру. Два, один. А теперь чуть-чуть перенося вес тела с правой ноги на левую, попробуем в этом движении себя найти. Очень чувственная грудь у Терезы, такая грудь, если бы вы видели.
Да, плечевым поясом шейк, 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 с переходом, с переносом, если тело справа на левую ногу. Молодец, 4. Молодец, очень секси. 3. И улучшаем лимфодренаж, кровообращение, да. Молодец, мне очень нравится. Так, еще давай чуть-чуть, прямо хочется войти в состояние транса, состояние медитации. Да. Еще чуть-чуть, хорошо. Хорошо, еще чуть-чуть. А теперь движение. Круг. Круг. 4. Да, вращение. 3. Прекрасно. Руки открыты в подмышных впадинах. 15-45 градусов. 2. 1. Самомассаж тазов одна. В другую сторону. 8. 7. 6. Прекрасно. 5. Молодец. 4. 3. Великолепно. 2. 1. Следующее движение. Руки взмах и на носочек. Пока только с одной ногой взмах и на носочек. Да, голеностоп выверни. 8. Хорошо. Молодец, мне очень нравится. 7. Хорошо, еще 6. Вот так. 5. Да. Выворачиваем голеностопы. 4. Еще 3. Хорошо. Еще 2 сделаем. Выпад, да. И последний раз. 1. Также натянуть носочек, есть в другую сторону. Прямо выворачивай голеностоп. Выпад и исходное положение. Раз. Выпад и исходное положение. Два. Выпад. Три. 4. Продолжай. Да. 5. Молодец. Хорошо. 6. Молодец, Тереза. Да. Руки сильные, раскрытые. Еще немножечко. Раз. Молодец. Еще. 2. Ай, молодчина. И последний раз сделал. 1. Хорошо. И движение бедер. Стопы вместе. Массаж. Массаж. В правую сторону. От себя я могу стать тебе ягодичными мышцами. Вот чтобы зеркально было. Вот сюда. Вытягивай поясницу. 1, 2, 3, 4. Другая сторона. 1, 2, 3, 4. Продолжаю. По коврику ходим. По 2 на каждое бедро вращение. Правая. 1, 2. Левая. 1, 2. Правая. 1, 2. Левая. 1, 2. Правая. 1, 2. Левая. 1, 2. Вокруг своей оси. Правая. Правая. Левая. Левая. Правая. Вращение. Левое. Вращение. Вправо. Вправо, влево, влево, вправо, молодец, влево, хорошо, вправо, молодчина, 1, 2, лев, 1, 2, вокруг своей оси, походи немножечко, 1, 2, влево, 1, 2, молодец. Да, руки, чтобы помогало нам формировать нейронные связи, которые отвечают за интеллект тела, руками как дирижер себе помогаешь, 1, 2, лево. Молодец. Еще. 1, 2. Умница. 1, 2. Ну что ж, достойно. Достойно. Тереза, очень хорошо. Следующее упражнение мы будем делать. Вращение назад. 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 Я считаю, оно самое легкое. Захвати себя за плечи, движи. Назад. Назад. Очень красиво. Очень красиво. 10. Молодец. 9. Очень красиво. 8. 7. Сразу видно. Профессионал. Еще. 6. Как чувственно. 5. Молодец. 4. Великолепно. 3. Еще. 2. Еще. 1. Вытяжение. Переплетай фаланги пальцев. Ладони к затылку. Растянуть вот всю переднюю поверхность. И теперь приседаем вниз. Локти развернуты. 10 раз. 10. Сокращай промежность. 9. Коленные суставы вместе. 8. Ладони к затылку. Да. Давай еще 5 раз сделаем. 5. Еще 4. Молодец. 3. Великолепно. 2. Замечательно. 1. Теперь движение локтевых суставов. Такой ронг. Да. Раскинутые локтевые суставы. Молодец. Не закрывайся, Тереза. Наоборот. Выворачивай, выворачивай. Грудь и локти. 4. Прекрасно. 3. Растягивай верхнюю апертуру. Грудную и брюшную. Молодец. Вот так. 2. И еще разочек сделай.
Один, давай в другую сторону. 8 раз со мной вместе. 8, красиво. 7, молодец. 6, великолепно. 5, замечательно. 4, еще немножечко со мной вместе. 3, хорошо. Еще Тереза 2 со мной сделала. Последний раз. 1, теперь вот такое упражнение. Круг, натягивай диагональные связки в пояснице. Угу. Да, вот такой круг. Такой, как мостик. Да, вот такой. И начинаем пружинить. 1, 2, 3. Натяни еще. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Исходное положение, то же самое. Круглая спина, открытые подмышные впадины. 1, 2, 3. Прямо натягивай, натяжение чувствуй. 6, 7, 8, 9, 10. Молодец. Плечевой пояс мягко, подмышные впадины открыто, да. И переносишь из тела с правой ноги на левую. Красиво, чувственно, да. Небольшой шейк. Не вот так, а раскрыть. Угу. Так, красиво. Молодец. Очень сложно подчиненное упражнение. Мы здесь координируем бедра, координируем щиколотки, координируем плечевой пояс, положение грудного отдела, позвоночный столб. И даже запястье и половины пальцев рук. Молодец. Еще 8. Это и есть интеллект тела. Когда мы можем одновременно отслеживать все его части, генерируя эстетику, красоту и легкость. Молодец. 4. Молодец, Тереза. Еще и под музыкальный ритм. 3. Молодец. 2. 1. Еще раз потянем поясницу. Вот в такой гипертрофированной какой-то асане, как будто бы непонятный. Но на самом деле вот low back. И нам нужно вот прямо вот такое движение, то есть круглое. Надо, знаешь, немножечко вниманием опуститься сюда и растянуть мышечные тяжи вот прямо в этой зоне. Потому что что происходит с годами? Больше всего нагрузка на поясницу. И там, знаешь, вот все как бы застывает. И эти межпозвоночные диски, как бы, знаешь, вот эти паравертебральные мышцы, которые держат позвоночник, они усыхают, влагу теряют от малоподвижности. И за счет этого потом и протрузии, потому что малоподвижная. И все там, вот оно усохло, и потом любое движение защемляются нервные корешочки. И вот чтобы поясница дышала, да, ее нужно именно массировать вот самим. То есть давать туда воздух заходить, туда внимание направлять, и вот вытягивать немножечко. И даже можно вот туда внимание и раз растянуть. Давай. Будем пробовать всякие разные упражнения, чтобы повысить интеллект тела. Вот такой круг немножко, почувствуй, как там тянется. Найди свое положение. Ага, так не работает. Может быть, вот сюда локоток повыше. Вот. И позакращай промежность со мной. 1, 2. Молодец. 3. Очень женственно. 4, 5. Молодец. 6, 7, 8, 9, 10. Прекрасно. Руки через стороны. Вдох. И также странная гипертрофированная такая березка. 1, 2. Молодец. 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Мне очень нравится. Делай взмах на них. Руки через стороны, вторая позиция. Чуть-чуть подсогни коленные суставы. Знак бесконечности. У нас гребни подвздошных костей идут вперед. Плечи неподвижно оставь. Пусть будут руки раскрыты во второй позиции. Да, ты назад рисуешь. Хорошо. Тереза хочет назад, друзья, вы тоже с нами вместе. Назад, назад. Да, пусть будет так. 10. Мне очень нравится, как ты делаешь. 9. Очень красиво. Сразу видны многие годы практики, друзья мои. Угу. Давайте походим по коврику. Мы рисуем восьмерочку назад. И ходим по коврику. Я даже специально сделаю вам погромче, чтобы вы вошли в транс и побыли в этом. Назад восьмерочка. Не путаем. И гуляем по коврику. И делаем прямо край коврика. Это очень красиво. Очень чувственно. В следующий раз нужно супруга пригласить на занятия, чтобы его эстетически насладить твоей чувственной попкой, твоим движением. Очень хорошо, очень хорошо. Да, о, друзья мои. Я только этим и заряжаюсь, как Тереза восьмерочку делает назад. Угу, теперь руки у нас уходят вниз через центр, наверх во вторую позицию вниз. И таз. Также работает знак бесконечности. Назад, назад. И мы снова гуляем по коврику. Руки в стороны и опускаем вниз.
Таз работает восьмерочка назад. Не путаемся. Угу. Молодец. Сразу очень красиво. Да, только ты стоишь на месте, я хочу, чтобы ты гуляла. Гуляла, да. Давай, я тебя отпускаю на прогулку. Иди, соблазняй мужчин. Угу, молодец. Тереза, умница. Давай, давай, моя хорошая. Да, 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 да. Еще, еще, еще. Восьмерочка назад. Да, это твое упражнение. Хорошо. Еще восьмерка. Теперь руки во второй позиции идут рондом на третью. И во вторую оставим. Наверх третья. Взмах во вторую оставил. Продолжаем. 10. Да, еще. Сильные руки. 9. Молодец. 8. Молодец, поменяй. Не спеши, не спеши. 7. Продолжай. Молодец. Взмах. Хороша. 6. Ай, молодчина. Еще взмах. Молодец. 5. Давай, давай, давай. Руки не теряй. Держи во второй позиции. 4. Покажи мне красивые руки. Лежат у нас как будто на полочке. Еще 3. Таз активно работает. Если не знаю, бесконечности. Давай еще 2. Музыка играет нам. Да, вот так. Хорошо. Утанасана. Наклон. 10 раз. Кружи. Самое длинное. 10. 9. Дотягивай себя. 8. 7. 6. 5. 4. 3, 2, 1. Отлично. Поднимаемся. Движение груди вперед. Вот сюда, вперед. Раз. Два. И можно приставной шаг добавить. Раз. В ту сторону, куда направляешь грудь, туда представляешь носочек. Хочешь пока только грудь? Стопы вместе, колени вместе. Да, как змейка. Вправо-влево. Молодец. Красиво. Вот так. Молодец. Давай. Право. Влево. Право. Влево. Ай, молодчина. Раз. Два. Три. Великолепно. Три. Четыре. Великолепно. Прекрасно делаешь. Да. И приставной шаг. Приставной шаг. Точка. Точка. Закончился трек. Хорошо. А мы все равно рисуем. Восьмерочка. Пусть будет так немножко. Раз. Два. Молодец. Груди. Три. Четыре. Поменял. Через плечо. Раз. Два. Три. Грудью. Четыре. Через плечо. Раскрыться. Раз. Два. Три. Четыре. Плечо. Раз. Два. Три. Четыре. Плие. А теперь вращение. Раз. Два. Вращение. Можно руки на бедра держать. Угу. Ты делаешь назад, а я хочу вот эту точку. Тогда знаешь, как попробуем? Оставить руки на бедра и просто повыталкивать. Наверх. Наверх. Молодец. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Теперь в сторону. Раз. Два. Молодец. Не тазом. Да. Грудью. Три. Четыре. Молодец. Пять. Шесть. Семь. Ты великолепна. Восемь. То же самое, противоположная сторона. Выталкиваем грудь. Не плечи. Вот эту зону. Угу. Да. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Лево, право. Раз. Два. Три. 4, молодец, 5, 6, 7, 8, молодец, 9, 10, по центру, ставим колени вместе, вращение, вращение, молодец, таз неподвижный, 1, 2, грудь, да, 3, 4, молодец, 5, 6, прекрасно, очень секси, 7, 8, 9, 10, поменяй сторону, вращение, 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 вращение со мной. Раз, два, три, молодец, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Очень хорошо. Теперь бедра. Натягивай носочек, руки, пусть будут на поясе. Все, что нам нужно, отвести колено в сторону. Вот такое движение. Раз,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Захвати себя за колено. И отталкиваясь от этого же колена, раскрывай грудь. Да, стоим ровненько. И сокращаем мышцы промежности. Давай попробуем вместе со мной. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Сохраняй баланс. Наклон вперед. Исходное положение. Всего пять раз. Угу. Найди точку на полу. Дышите. Раз. Угу. Два. Угу. Три. Угу. Четыре. Все достаточно. Руки наверх. И со мной прыжки. Не высоко. Все, что нам нужно, натянуть носочки. Отправить себя наверх. 10 раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. Достаточно. Взмах. Хорошо. Левое бедро. Все то же самое. Разводим руки во второй позиции. Натягиваем. Колено наверх. 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. А теперь движение. 10, 9, 8, 7. Не спеши. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Подхватили свое чудесное колено. Грудь раскрыли, промежность сокращаем. Раз, два, три, четыре, пять. Угу. 6, 7. Давай, не спешим. Можно на пол смотреть. 4, 4, 3, 2, 1. И наклон аккуратненько. Оп, до параллели с полом. Исходное положение. Да, на баланс упражнение. Новое. Угу. Не спешим. Оп, еще два. Хорошо. И последний раз. Один. Хорошо. И наши прыжки. Сделай выворотные голеностопы. И подпрыгивай вверх. Натягиваем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8, 9, 10. Друзья, если вы видели, как легко прыгает Тереза. Мне очень нравится. Вставай, собаку, мордой вниз, Хартха Мукха Шванасана. Положение благостного треугольника. Хорошо.